Раньше он только играл, а теперь еще и запел. Актер театра и кино Владимир Гусев впервые предстал перед ярославцами в амплуа автора-исполнителя. Дебют состоялся на сцене камерного театра, а роли аккомпаниатора взяли на себя музыканты из джазового квартета Стаса Майнугина. Что из этого получилось, увидела Марина Смарагдова. О времени и о себе. Лирический герой Владимира Гусева – автору «Ровесник». Стихи и музыку актер пишет давно, но только сейчас решился. Пора на сцену. Я не собирался вообще, честно скажу вам. Как многие, наверное, люди, авторы и исполнители, так вот посмотришь по истории, да, никто не собирался особенно делать программу. Да? Может быть, давление друзей с разных сторон. От первой встречи до совместного концерта прошло лет 10, говорит Владимир. Стас Майнугин и его команда нашли самобытного автора, аранжировали мелодии, и вот. Как-то быстро промелькнули в речке годы, захлебнули. Осенняя грусть не случайность. Жизненный и актерский опыт посеял пессимизм и в творчестве. Сегодня совесть не в ходу. Вы заметили? Вот то, что я ненавижу на сегодняшний день, сейчас это так модно, модное слово «лох». А давайте посмотрим на это с другой стороны. Что такое лох? Смешно. Человек открытый, человек доверчивый, человек верящий, что его не обманут. Надо сказать, что Владимир Гусев открылся для многих с неожиданной стороны. Если друзья актера знали о его способностях и талантах, то для большинства публики они были скрыты. Между тем, многие знаменитости пробуют голос в зрелом возрасте. Известный боксер Майк Тайсон, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, на бразильском телешоу исполнил знаменитую романтическую композицию. Лив Тайлер собирается запеть в рекламном ролике парфюмерной фирмы. Тут, как говорится, от генов никуда не денешься. Ее отец – известный музыкант Стивен Тайлер. Бессменный худрук Яралаша Борис Грачевский и тот запел. Его дебют состоялся несколько лет назад, что характерно, каждый уверен. Марина Смарагдова, Сергей Чекмарев, Городской телеканал.